Так что бы хотели, чтобы я показал людям? Потому что вы, к сожалению, не видите. Прошлое перенесите. Прошлые жизни. Вы думаете, понравится? Хорошо. Ох, хорошим. Я покажу, что происходит в зале сейчас, да? Кто хочет посмотреть, что в зале? Кто у нас вчера работал хорошо? Проходите. Проходите все. Да? Кто полностью раскрылся? Кто вчера работал, кто сегодня хорошо раскрылся? Проходите. Ну как, готовы? Не испугайтесь. Значит, сейчас я сделаю следующее. У нас, как видите, люди сидят, да? Много людей сидят. Вот я ничего не буду говорить, так? Я просто открою уровни ближайшие. Что происходит, когда человек сидит, что вокруг него происходит. А вы будете описывать. Просто я не хочу, чтобы он настраивал, чтобы какой-то настрой был. Хорошо? Готовы? Ну, поехали. Открываем занавес. Занавес открывается. Ну и что? Кто-то что-то видит? Ну, кто что увидел, интересно? У нас в зале есть беременные женщины? Беременные, наверное, не знаю, есть, наверное. Беременные женщины есть в зале. И, наверное, не одна, как говорят. Но я говорю не о беременных женщинах, а о странных существах, которые витают вокруг нас. Кто-то что-то видит? Ну вот, опишите. Подойдите. Аркадий, извините. Ну, вижу, вот там большой, там, как вот такой осьминог очень темный, там и тоже еще есть. Тут снизу тоже лезут такие темные очень сущности, не имеющие таких четких форм, которые можно человеческим языком описать. А что еще что-то видите? Ну, можно сказать, что в некоторых людях там сущности типа демонов, как их рисуют. Ну, то есть паразиты сидят, да? Да. Ну, вот видите как? О, как все... О, как все оживились! Стало интересно, кто же у нас, кого же демоны сидят, да? Вот человек спрашивает, вы что-то вокруг него видите? Вон стоит. Хотя бы реально. Что? Вокруг него что-то видите? Или в нем? Или во мне. Или в нем, или вокруг? Ну, есть там справа какая-то сущность над телом. Но при этом вижу, что очень хорошо развита воля у человека. Это уже просто сам человек. Спасибо. Ну, в принципе, достаточно светлый человек. О, а сосед? О, как вопрос. А сосед, заметьте. Я думаю, что... Что-что? Нет, сущности не имеют, кажется, черные или белые. А человек, ну... Ну, вообще, да, светится человек, он может там тусклым выглядеть, серым, ярко-белым, достаточно темным таким, да. Местами разного. Так, ну, что еще интересно, видите? Ну, извините, так, если каждому будем... Сейчас у нас просто времени не хватит. Нехорошо сейчас, да? Ну, посмотрите. Ну, там на уровне желудка там прилепилась какая-то такая сущность астральная. Ну, это как? Бывают такие вещи, как думаете? Что с ней нужно делать? Оставить так? Ну, не знаю. Можно ее убрать. Попробуйте.
Укусит, естественно. А вы думаете, что? Ну сейчас... возьмите девушку, выйдите, девушка. Легче сейчас стало. Девушка, там выйдите. Просто идет. Ну, будет обучаться, да, как паразитов отдирать. Ну вот, попробуйте, значит, вот, примените немножко возможности. Значит, вы чувствуете, что в солнечном сплетении у вас что-то прицепило, да? Это очень часто прицепляется в солнечном сплетении, откачка – это очень удобно. Ну, и вот, пожалуйста, что хотите делать? Просто комментируйте, что пытаетесь делать. Просто пытаюсь это одрать. Просто? Как, вот так? Uh-huh. Ну, не совсем, но... А как? Ну, своими щупальцами, потому что... Что-что? Своими щупальцами, не руками же ей отдирать это. Не, ну, я понимаю, что нужно чем-то отдирать. Но отдирается? Ну, вообще отдираются, там просто сейчас я вижу, что уже таких... Ну, парочка основных осталось, и еще там центр прикреплен. Как у вас? Ну, не просто там хорошо. Еще две эти хорошо пустили вверх. И вы их отцепляете? Куда они прицепляются? Ну, в общем, да. Куда? Ну, как в разные части там щупальцами ползут. Нет, тут вы их вытаскиваете, одни щупальцы? Да, они там... А куда они деваются потом? Ну, вот вы вытащили, они освободились. Что с ними происходит дальше? Ну, так присоски такие своеобразные, да? Да. Ну и что, как дальше? Ладно, немножко... Понимаете, вот здесь вот как раз мы столкнулись с ситуацией. Когда вот даже человек, допустим, видит, ставится с явлением, но вот так взять, тяни, тяни, оно ничего не даст. Неважно, руками будете тянуть. Просто потоком это убрать. И потоком, нет. Угу. Понимаете, здесь как раз нельзя проецировать то, что мы привыкли. Нет, я не знаю, я просто не занимаюсь целительством. Нет, поэтому... я понимаю, просто нужно обучаться, понимаете? Потому что если вы будете проецировать свой привычный образ, как вот отодрать, нужно отодрать так, неважно чем, руками или потоками. Дело в том, что если внутренний есть, то значит присутствует, качественно согласовать, структура проникает внутрь, и находится внутри тела уже, и становится одно целым. И просто так отодрать не получится, тут же восстановится все, что и происходит, да? А нужно, вот видите, как дернула женщину? Девушка, вот. Как сейчас? Получше. Держите. Шарик, хотите? О, и что делает теперь? Отправил туда, в нижние миры, пусть там себе место находит. А вы думаете, найдет? Думаю, да, это не из этого мира. Так, а куда попал? На кого теперь прицепилась? Нет, это ушло туда. А сейчас вы? Немножко восстановить надо. Ну, это немножко идет сейчас. Просто у вас немножко выбита щитовидка. Как сейчас? Ну вот. Так, спасибо. Старайтесь не ловиться, присядь. Дальше. Дальше, смотрите, вот здесь немножко, чем хорошо-то. Человек, он никогда ничем таким не занимался, для него все новое. Это очень хорошо. То есть нет шаблонов, которые наработаны, которые... Но что можно наблюдать? Что человек привык здесь. Вот привык, что мы видим, значит, нужно это драть, да? А для того, чтобы это драть, необходимо изменить качество. То есть включения такие приводят к тому, что когда паразиты просто внедряются в структуру сущности человека, и даже в физическую ткань входят, когда они входят глубоко, в этом месте возникает раковая опухоль часто. Поэтому просто так отключить, да, то есть они наклад и меняют физическую ткань. Как? Изменяют. А, модифицируют физическую. Для того, чтобы согласоваться, им нужно изменить. И они как бы вживляются, соединяются с ней, срастаются. Конечно, срастаются.
Потому что они не могут выйти на другие уровни, они могут только уровни на самом примитивном. А как же они потом? Они существуют в виде опухолей обычно? Ну, не, они не существуют. Это местами опухоли, часто, очень часто опухоли являются местами повреждений, вызванные или ударами, или внедрением сущностей. Но опять-таки, нужно, понимаете, нужно совершенно по-другому подходить, совершенно по-другому воспринимать, совершенно по-другому действовать. А непривычный метод, вот мы привыкли, что там выхватил кинжал, чики-брики, обрезал там, и тому подобное, понимаете? Здесь в этом случае не работает. Сколько бы не обрезать, все равно будет то же самое. Что-то еще хотите паразитов посмотреть в зале, да? Почему? Помогает, только задачи ставятся разные. Это общеукрепляющие, я захватываю максимум. А если у человека есть что-то основательное, нужно на правильное действие. Так. Что будем делать дальше с нашими, как говорили, ко мне сказали, подсадными утками? Хорошие утки подсадные, да?